165 лет. Именно столько на страже безопасности жизнедеятельности людей находятся спасатели Беларуси. Их каждый день это испытание на прочность духа, силу воли и выносливость. Брестское областное управление в этой структуре – достойный представитель, у которого есть свои заслуги и достижения. Пожарная служба, которой переданы права, является правопреемником службы МЧС, намного расширена. У нас добавилось много функций по спасению людей на водах, при деблокировке пострадавших дорожно-транспортных происшествий. И такие бытовые проблемы нам приходится решать, как удаление жалоносных гнезд насекомых, поиск заблудившихся в лесу. То есть круг решаемых нами задач намного расширен. Сегодня МЧС по плечу любые чрезвычайные ситуации. Ликвидация пожаров, разбор завалов после дорожно-транспортных происшествий, помощь пострадавшим на воде. И это только малая часть того, что могут сильные и смелые берестейские спасатели. Их миссия сегодня почетна. Кандидатами в нашу службу в настоящий момент, как поступление в учебное заведение системы МЧС, конкурс довольно высок. Это говорит о том, что мы тесно работаем с молодым подрастающим поколением. Они понимают престиж этой службы и всегда готовы влиться в наши ряды. Свой 165-летний юбилей спасатели встречают, как и полагается, в кругу тех, кто знает, что такое помощь, и как важно оказаться быстро там, где есть беда. Труд сотрудников службы дня и ночи по достоинству оценен руководством области и города, представителями смежных структур. В торжественной обстановке лучшие из лучших были отмечены памятными наградами. За этот огромный отрезок времени пожарная служба превратилась в министерство по чрезвычайным ситуациям, которое не только борется с огнем, вам приходится с этим справляться успешно, слава Богу, но и ряд других проблемных чрезвычайных ситуаций, которые вам приходится регулировать. В праздничный день в адрес виновников торжества звучало большое количество поздравлений и пожеланий, среди которых главное, конечно же, здоровье. Без него приходить на помощь другим будет трудно. И надежного тыла. Если дома все будет хорошо, значит и служебные задачи выполнятся на отлично.